тебе крутое домашнее мороженое. А я ни капли не удивлена. Всем привет! И сегодня мы будем делать мороженое по рецепту из ТикТока. Этот рецепт мы подсмотрели у канала Димона. Давай стаканчик, снимаем всю бумагу и получаем супер крутое домашнее мороженое. Пробуй скорее его. Если вам понравится, можете перейти к ним и тоже посмотреть. Чем можно заменить палочки для мороженого? Можно использовать пластмассовые вилки и ложки, отрезав концы. Удачи! Никогда не режьте пластмассовые вилки или ложки. От них отлетают частички, и это очень опасно. Этот лайфхак не работает, никогда его не используйте. Потом до меня дошло, что можно просто сделать вот так. Последнего у нас не хватило, и поэтому вставили обычную ложку. Все, а сейчас мы вскроем это все и посмотрим, получилось ли что-нибудь. Я взрываю. Берите больше шоколадки, давайте пробуем. Шоколадка вкусная. Two hours later. Действенный, можете пробовать, очень вкусно. Мы ставим лайк. А теперь вы поставьте лайк. Все, все, уходи. Все, ты молодец, пока. Hello, darkness, my old friend. Вот теперь я не знаю, как искать вторую часть ложки.